при всей не необходимости забрасывать шайбы, лишний раз приглашать авангард себе в зону точно не надо. В этом убедился Акбарс в седьмом матче финала Востока. Ведь Акбарс тоже вел со счетом 3-2 после двух периодов. Но Акбарс пропустил, а сейчас забивает ЦСКА, и счет становится 2-0. Вот он, акцент на броски, который сделала команда Игоря Никитина. И вроде бы не самый сложный бросок от Сергеева, но рикошет на пятаке, и во второй раз армейцы пробивают Грубица. Судя по реакции, шайба попала в Антона Слепышева. Вторая попытка броска от Сергеева, и первый был очень неприятный, пришелся в плечо Грубицу, после чего шайба ушла в угол, но повторный бросок, и не успели защитники авангарда вернуться на линию. Шеребзянов находился на пятаке, но заблокировать этот бросок не сумел. Шайба попала, ну, по-моему, по эпизоду попала в Антона Слепышева, и на рикошет после такого броска среагировать Грубицу практически невозможно.